каком смысле? А это по-английски. Тебе не понять. Почему? Потому. Подучу и пойму. Поздновато тебя обучать. А ты что, учишь? Пошла на курсы. Ой, на курсы кройки и шитья? Нет, не шитья. Ну, бритья. Нифига, языка. Значит, ходишь на те же, что я? Леди, должны speak English. Довольно, very well. Он мне how do you do, я ему yes I do. Представляешь, как он обалдел. Yes, sir, I have a pencil. I had a pencil yesterday. This is cat, this is dog. I'll be back, please don't smoke. Tell me who is on duty today. I live in Novo Casino. And every day хожу в кино. И там каждый мистер всегда по-английски с экрана мне твердит одно. My darling, do you understand? Give me your hand in second hand. I need you, my baby. Причем поскорей бы, давай устроим happy end. Спросят нас среди ночи, do you speak English? Yes, it is. What you say? USA. You okay? Milky Way. Слушай, хватит уже, отвяжись. На приеме в Белом доме пригласят меня к столу. Я скажу, it is table. Наливайте коктейль был. Да как спич обалденный загну. На ваших сколько time o'clock? Не опоздать бы на урок. Пора спикать инглиш, конечно, офиглиш. Дождался Лондон и Нью-Йорк. Товарищ, do you understand? Вот это leg, а это hand. А в этом кармане должны лежать money. Тогда и будет happy end. Зачем нам парлеву франце в российской средней полосе? Поем по-английски, пьем джин и скотч-виски и рассекаем на мерсе. Мы знаем, all you need is love. Наш друг Илона Давыдов. Why do you cry, Billy? Язык подучили. Bye-bye, my beautiful fuck off.